радует нас солнышко, 10 августа 2022, прогулка с папулей, просто супер. И птички, и солнышко, и все прелести жизни, правда? Все наши друзья тут лохматые, пернатые, непричесанные, есть разные голуби. Никого не делим, все наши друзья, правда, пап? Хорошо на солнышке, наконец-то распогодилось, а то вчера было прохладно, мы аж замерзли. Да, и тучки были, сегодня были, но распогодилось. А-а-а, прелесть какая, зелень, мелень кругом. Санаторий продолжается пока, но... Ох, там они между собой. Ну, лето постепенно, постепенно так это приближается к сентябрю. Заключительный месяц уже у нас. Получается лето. И как бы нам хотелось тепла и солнышко подольше и побольше, правда, ягод. Вот, гули-гули, идите сюда, папа говорит. И шикарное солнышко. Будьте дальше таким же классным, ярким. Да. Просто прелесть. И гули-гули-гули. Молодец, как они тебя все любят. Смотри, все к тебе летят, бегут. Кошки, собаки, птицы. Эй, класс. Конечно, я хочу на этом же фоне классном, дорогие. Ху-ху, и рыбалка, и плавание, и прогулка у нас получается все. Ну и тут красивые клумбы цветочные, да, ухаживают специально. Кстати, да, я спрашивал здесь насчет червей, вот это оказывается проблема. И у того рыбака, с которым ловил у синего мостика, он говорит, что червей заметно стало меньше. Или же вообще нет. А вот есть женщина, которая ухаживает за клумбами здесь, так она говорит, ни одного не видела. Она и копает тут, и рыхлит, и вскапывает. Ни одного червя не нашла. Вот такая тоже проблема. Так что для рыбалки приходится покупать. Продают уже давно червей. 25 гривен коробочка, 50 штук. Так где-то получается. И да, действительно, накопать сложнее и сложнее. Пацанами мы копали, бегали на рыбалку, накапывали сколько угодно. И не забирали обратно, и опять копали. Ну а сейчас уже дефицит. Дефицит черви нынче в цене. Так что вот такая тоже история, интересная, реальная из жизни. А тетушка здесь каждый день, и влажная я земля, и она за клумбами смотрит, и не только она, я спрашиваю, действительно, что уже, да, червей так не найти днем с огнем, поэтому есть такой нюансик. Все, покормили, да? Идти сейчас, да? Хлебушек весь? Ну, столько, целая буханка ушла, конечно. Хорошо, вот такой репортаж с папулей. Мы на месте, все. Мы держимся, работаем, тренируемся. Все как должно быть. Илья, вот на легкую атлетику Илью я предлагал папе. Нет, говорит, он сам выбирает, сам долго выбирает. Любит бегать, прыгать, вот крутиться так. Или на брейкданс тогда. Хорошо, все, счастливо. Аришка с вами. Чао, бамбина.